26 января во Дворце спорта проходил открытый чемпионат Сибирского федерального округа по женскому боксу, в котором приняли участие более 200 женщин-боксеров возрастной категории от 15 до 30 лет из Амурской области, Забайкальского края, Томска, Новосибирска, Иркутска, Красноярска и Улан-Удэ. Забайкальский край представляли спортсменки из Читы, Новокручининского, Борзи и Краснокаменска. Ну, не секрет, что мы живем в азиатской части России, и то, что у нас происходят такие сдвиги, то, что девчонки приносят гораздо больше медалей в копилку забайкальского спорта, чем мальчишки, это просто, ну действительно, это Гиннесс, это рекорды Гиннесса. Это имеет тенденцию к развитию, это не одноразовое событие, это признание Читы как столицы сибирской женского бокса. Действительно, это событие уникально во многом. Не каждый день увидишь двух молодых девушек на боксерском ринге. Каждая пара соревнующихся вызывала восторг и неподдельное восхищение. С такой девушкой не стоит беспокоиться за свою безопасность. А как вы относитесь к тому, что говорят, что бокс – это не женский вид спорта? То есть, как вот сохранить красоту-то? Ну, в принципе, я красоту не теряю. Мне нос два раза ломали. Ничего, ровный, все в порядке. Ну, я считаю, что бокс ничего не портит. Внешность нашу. Такая остается, как и была. За прошедших 8 лет заслуженный тренер Российской Федерации Александр Васильевич Путинцев сумел создать в крае единую базу женского бокса и добиться феноменальных результатов на этом поприще. У нас есть призер первенства мира в Стамбуле Светлана Новоселова, двукратная чемпионка Европы Дарья Иванова, победительница международных турниров Мария Шишмарева, участница турнира «Олимпийские надежды» Эля Воронцова. И это далеко еще не все наши звезды бокса. Спокойные и простые в общении девушки на ринге превращаются в сильных и точных, волевых и упорных бойцов, которые ради победы идут до конца. Волнение тренеров и болельщиков, победа участниц, строгость и справедливость судей. Одним словом, сложный, достойный восхищения женский спорт. Не каждый бы решился отдать свою дочь или младшую сестру в такой спорт. Вы бы свою дочку отдали вообще в такой вид спорта, как женский бокс? Нет. Обязательно отдал бы, потому что это безопасный вид спорта. Дочки нет. Свою дочку отдадите на бокс? Нет. Сына бы отдала. Нет, я бы на танцы отдала. Если захочешь заниматься спортом, да, я не буду против этого. А у вас? Я тоже, если захочешь, то пусть тебе. Я даже забуду.